Ого, слышно. Дай мне слово, ведь я там мода. Ого, прима. Да, я еще машину скажу. Тама-тама-да. Ну вообще, бля, прикольно. Вообще интересно, да. О, Бодь! Бодь! А возьми мою сумку. Хорошо. Прикольно, блядь. Да и вообще тут, блядь, именно местность такая интересно. Вот. Грибочки, вы кажете... Да не... ты дикий зверь, я так понимаю. Слышь, а этот, а грибы находы? Ну, дикари покопал, так я тебе говорю, блядь. Да? И видос покажу, я снимаю, блядь. Там пиздец, блядь. Я понял, я снимаю. Лопатом и покопал, да? Дикие кабаны, блядь. Может, это, блядь, дикие кабаны, блядь, покопало там? Да, мне кажется, не, это люди, наверное. Дикие люди, да? Сейчас мы посмотрим, что там с другой стороны. Я там машину оставил. Вот. Это хижина лесника. Блядь, ну отсюда смотрится, и как, блядь, какая-то мусорка, да? Дерево, он упало. Короче, наверное, изначально упало дерево, потом там, блядь, построили все вот эти приколясики. Сань, а вы когда нашли ее? Показали, прикинь, не приколяться. Я тоже не знаю, что здесь вообще. Прикольно. Ну, все грибы собирать, понял, короче. Ну, все, ставим лайки, подписываемся на канал. Короче, решили пострелять по бульбулятору. Короче, все. Бодя бульбулятор установил. Давай. Придерживай обоймусы. Угу. Не то самое. Не алло, да, братан? Не алло. Братанчик, потому что предохранитель. Не худей. Под дерево, блядь. Под дерево, да? Да, попадаешь, оно прям на видео выйдет. Не, ну глянь, эй. Не, не попал. Не нравится. А не, я бачу вот тут, где я попадал. Где-то... Давай недалеко, потому что темно. А ну давай, вот так, отсюда. О, всегда надо дышать, да? Аж похлюпало, бля. Давайте попробуем, пацаны, кто попадет. Кто попадет именно, блядь, в этот. Знаете, оно, короче, по-моему, скользить. Именно вот сюда, блядь, в фольгу. Бой, давай ближе. Мне кажется, в горлышко. А я попал пока, не видишь? Нет, ты вот видишь, въебашил все сюда, короче. А вот чуть-чуть выше. Такой именно писюнчик, сука, да? Забуш? Да, конечно. Да. Ого, тут два патрона у меня осталось. Две пульки, точнее.
Что, попал? Ну, такое как двинулось. Попал на фольгу. Какая она дырочка, по. Мы вернулись сюда ночью. Ты шо, нема за тебе халабуды? Беги, дорогая, беги. Беги ради папы и мамы. Вот она. Ну, хотел бы посмотреть, че шарится тут кто-то ночью. Нема никого? А тут никого немає. Картошечка тут. Ах, неинтересно, да? И? Ты же вынывай воду, я пишу. Что, Санек? Что будем делать? Ху, я знаю, что мы будем делать. Курить мы будем, только это шикарно. Ну, мы вообще не курим. Да, Чевр? Вообще не.